Мети созданы хорошие условия для активных занятий спортом. Несколько футбольных полей, теннисный корт, залы для игры баскетбола и волейбола, тренажерный фитнес-зал и бассейн. Каждый может выбрать для себя то, что подходит ему больше всего. Одним из самых популярных спортивных направлений в Мети является плавание. В нашем вузе есть 25-метровый плавательный бассейн на 6 дорожек. При хорошей физической подготовке всегда есть возможность стать частью сборной и участвовать в соревнованиях и чемпионатах. Студенты МИЭТа пробуют свои силы в баскетболе. При желании можно перевестись с обычных занятий по физкультуре и ходить на учебные. Ребята, которые показывают высокий уровень подготовки и хорошо играют, представляют наш вуз. Сейчас команда МИЭТа выступает на соревнованиях Ассоциации студенческого баскетбола. В нашем вузе есть также волейбольная секция. Существует сборная МИЭТа, которая участвует в городском чемпионате Зеленограда. Своими командами может похвастаться и студгородок. Одна из них, любительская, была создана не так давно и в основном состоит из студентов 1-3 курсов. Вторая же существует уже длительное время, но состав ее часто меняется. Обе команды принимают участие в соревнованиях и показывают неплохие результаты. Однако новичкам пугаться не стоит. Ребята всегда рады пополнению коллектива и ждут всех желающих. Со временем у многих волейбол просто становится частью жизни. Игра заставляет быстро думать. Необходимо в долю секунды принять правильное решение, тем более у тебя одно касание всего лишь. Занимайтесь волейболом, будьте здоровы. Каждый студент МИЭТа может попробовать себя в мире тенниса, записаться в группу по физкультуре или посещать дополнительные занятия после пар, на которых опытные преподаватели обучат азам этого вида спорта. Попасть в сборную университета нетрудно, если показываешь достойный уровень. Тогда появляется возможность показать себя на соревнованиях чемпионата Москвы среди вузов. Теннис – это сложная игра, которая в первую очередь развивает в человеке концентрированность, внимание и старательность. Кроме большого тенниса есть занятия по пинг-понгу. Лучшие игроки станут членами команды и продолжат выступать вместе с ребятами на чемпионатах. Наш университет представлен на футбольных полях сразу двумя командами – сборной МИЭТа и футбольным клубом «Студгородок». В теплое время года ребята тренируются и играют на стадионе, в холодное – в зале спортивного комплекса МИЭТа. За последнее время команды поднялись в рейтинге межвузовских и городских турнирах и продолжают свой путь к высшим лигам. Футбол – командный спорт, а, соответственно, футбол развивает взаимодействие в любом коллективе, соответственно. Это может быть работа, школа, институт, любой вид спорта. Спорт – это самое необходимое для каждого человека, потому что это лучший антидепрессант, он позволяет избавиться от проблем. Приходя на любую тренировку, ты отключаешься, и после нее ты уже уходишь другим человеком. Поэтому занимайтесь спортом, это укрепит ваше здоровье, улучшит ваше настроение, все будет отлично. Хоккейная команда появилась в институте совсем недавно, 3 года назад. Но она уже успела добиться значительных успехов, положительных выступлений в Зеленоградской и Московской студенческой хоккейных лигах. Хоккейный клуб «Электроник МИЭТ» разбит на 2 состава – любители и мастера. Каждый состав выступает в своей лиге и не пересекается на хоккейной площадке. Игры проводятся в Ледовом дворце 20-го микрорайона. Хоккей для меня нужен стиль жизни определенный. Не представляю себе жизни без хоккея. Я знаю, что сегодня пойду на тренировку. Значит, все. День пройдет отлично, если схожу на тренировку. Она воспитывает, прежде всего, характер, целеустремленность, желание добиваться своих целей и не сдаваться. Потому что, когда ты занимаешься детской юношеской школе спортивной, в детстве, у тебя загорается характер, там все свои есть подводные камни, и, я считаю, будет полезно каждому, хорошо повлияет на его личность и так далее. Всем советую заниматься хоккеем. Еще одна молодая команда – сборная МИЭТа по регби. Появилась она в начале 2010 года. Сборная сразу привлекла внимание студентов, помогла реализовать их амбиции и почувствовать вкус побед. Регбисты становились победителями и призерами многих городских, межвузовских и междугородних турниров, привлекая в свои ряды новичков. В настоящее время несколько ребят из команды МИЭТа являются членами сборной Зеленограда. Сейчас я играю в регби и тренирую детей, но в дальнейшем мне придется выбрать одно направление. Это, скорее всего, станет тренерская работа, которой я сейчас добиваюсь определенных успехов. Мои ребята на данный момент занимают 1-е место по Москве. Занимайтесь регби, переходите к нам в спорт. Помимо традиционных видов спорта, МИЭТ развивает и внедряет массы интересные и незаурядные виды занятий, включающие в себя эмоциональные и физические нагрузки.
Среди развивающихся видов спорта одним из самых распространенных сейчас является йога. Все желающие могут записаться на занятия, которые проходят в спорткомплексе «Миета». Высококвалифицированный преподаватель находит подход к каждому ученику и проводит интересную, а главное безопасную тренировку. Недавно в Мете появился уникальный вид спорта, сочетающий в себе элементы и танцев, и гимнастики, и акробатики. Речь идет о чирлидинге. Теперь у сборных университета есть официальная группа поддержки. Поистине велик и разнообразен выбор занятий у студентов и сотрудников Мета для поддержания тела в тонусе. От забрасывания мяча в корзину перейти к плаванию, а потом окунуться в атмосферу безмятежности на занятиях йогой. Не ленитесь и не отрицайте спорт, ведь это важная часть вашей жизни. I'm